Ну что? Так, до старта 26 секунд. Спасибо, Артем, что ты мне сообщаешь всегда об этом. Я уже сижу в спектаторах. Ну что, будем следить за полпозиции или... Нет, наверное, за человеком, который будет ехать там, наверное, где-то третьим. Или четвертым. Вот очень интересно посмотреть, как же... Как... Нет, за третьим посмотрю. Это Стиви, да? Вот этот человек. 3 секунды до старта, и сейчас оно начнется. Да, я смотрю за Стиви, потому что мне интересно, как он будет либо обгонять, либо какая куча будет в первом повороте. Друзья, вот на это нужно посмотреть. Пошел рестарт. Сейчас будет гонка. Все. Быстро мне включить Стиви. И понеслась. Ох, сейчас будет. Какое месиво. Первый поворот. Смотрим, уже цепляются гонщики. Много, трое зацепились. Застрял Стиви. Второй застрял. О боже, что произошло здесь. Ну что, полпозиция сохранилась. Сохранилась. Быстро переключаю на первого игрока. И будем следить вот за этим парнем. Он едет пока что первым. Он стартовал с полпозиции. И идет. Идет дальше. Ну что, вот Citroen на первом месте, на втором месте также Citroen, он на хвост он падает буквально, и вот что, он пытается зайти в воздушную трубу, что ли? Ух ты, попытка обгона, ух ты, на шпильке застряли, и посмотрите, обрезал соперника. И теперь, вот теперь тотальное преимущество у нашего лидера, он первый идет, и посмотрите, давайте посмотрим, насколько от него отстают участники по карте. Да, уже оторвался, ну не намного оторвался, там буквально метров 100, наверное, отрыв у него. Это, поверьте, небольшое такое преимущество. И я переключусь пока что на второго игрока, который пытается догнать. Киберарена 4, нику парня. Он идет вторым. 3 Ситроена, первое, второе, третье место. Все Ситроены рулят. Это по поводу того, на какой машине лучше ездить. Могу вам сказать уже сейчас, наверное, что Ситроены... Хотя, кто его знает. Тут, конечно, руки важны, но машины также важны. И... Вот кто едет на Ситроенах, тот, наверное, знает, почему он на нем едет. Итак, смотрим за игроком, который идет вторым сейчас по трассе. Он должен вот догнать своего оппонента. Я снова забыл, там, кто под каким ником, опять снова перепутал. Ну ладно, я буду называть вот, Киберарена 4, а там уже поймем. Это вот человек, который стартовал со второго места. Разнор вроде бы его ник. Ну сейчас посмотрим, как он будет отрываться. Нет, ну посмотрите, у нас, по-моему, тут, сейчас посмотрю на карту. Да, первое и второе место очень солидно уже оторвались. И вот сейчас единственное, сможет ли загнать Киберарена 4 разнор вот игрока, который стартовал с полпозиции. Ну смотрите, он в поле зрения пока что, ну, по крайней мере, находится не так. Буквально одна шикана, да, одна шпилька вот это вот отделяла игроков. И, ну вот, посмотрите, третье место, по сути, не так тоже далеко отстало, четвертый. Но вот первые два парня едут очень солидно. И это, друзья, только второй круг идет, вот, буквально середина второго круга. Все может быть. И лидер может въехать куда-нибудь, где-то зацепиться и застрять. Я смотрю, кстати, что лидер... Немножечко проигрывает вот по последним участкам второму месту, но это он не спешит, все правильно тоже. Когда едешь первым, главное не слишком сильно торопиться, потому что можно просто, попросту говоря, приехать. И пока парень идет на первом месте, и вот Киберарена 4, разнор он на хвосте. Если он чуть-чуть приблизится, он может воспользоваться этой штучкой, воздушный, да, попасть в воздушный поток, воздушную трубу, вот сесть на хвост, и вот уже идя в этом воздушном потоке игрока, вот, который идет перед тобой, можно его легко и догнать, и обогнать. Ну, сможет ли, в принципе, посмотрите, отрыв не такой уж и большой, по сути. Я, кстати, сейчас посмотрю, сколько времени у нас будет идти заезд. В сумме, вот сколько займут 5 кругов, кто вообще покажет лучшее время на Лазурном берегу, да, ну интересно, кто, может быть, тоже какой-то отдельный приз, там, лучшему времени потом, вот, лучшему времени трассы, либо круга, ну посмотрим.
Ну вообще, минута 42-542 у нас уже было время гонки, и кто-то очень круто проехал. Это, по-моему, и был вот парень Киберарена. 4, вот у него сейчас второй круг, он очень быстро проехал. И вот теперь уже все, друзья, вот явно видно, что первые два человека серьезно оторвались. Причем третий, четвертый также серьезно оторвались от пятого. Шестого, седьмого, восьмого, да, тут уже пока что, наверное, пока у нас известны первые четыре человека, которые будут, ну сейчас увидим. По-прежнему, кстати, отрыв небольшой, то есть вот эти два парня, они рвут на этой трассе. Ух ты, посмотрите, вот уже отрыв совсем небольшой, и сейчас, возможно, будет обгон. Вот парням тоже не стоит там перенапрягаться, они в любом случае, вот можно лучше доехать там вторым, ну хотя, конечно, приятно приехать первому месту, но тоже вот слишком сильно бороться не стоит друг с другом, потому что те люди, которые вот едут третьим и четвертым, могут их догнать. Хотя отрыв солидный, очень солидный отрыв у ребят. И поэтому, ну что, будем ждать результатов. А у нас вот единственная дуэль такая серьезная на карте. Намечается, опять же, первое-второе место. Мы следим за игроком, который едет вторым. И он не так сильно отстает, друзья. Он не так, вы видите, да, что вот часто на камере вот мы видим вот, ну вообще, буквально тут, я не знаю, полсекунды, наверное, отрыв. Сейчас можно посмотреть результаты, но не хочу вот наблюдать. Хочу пронаблюдать за дуэлей. Круг четвертый идет, друзья, буквально полтора круга остается до финиша. Может быть, стоило и побольше кругов поставить, так, чтобы было поприкольнее. Я думаю, все-таки финальный заезд, там вот будет все вообще, вот, в притирочку просто. Ну и вот смотрите, да, отрыв небольшой остается, как бы первые-вторые места, кто стартовал с пола, там так и остались. Вандюк, который стартовал, ну, это вот ник приставки в данном случае, не игрока, он стартовал с третьего, но сейчас находится на четвертом месте, то есть уже обогнал его Киберарена 2, это парень на правой сцене, самый левый вот. Он сейчас, да, третий. О, что, у нас сейчас круговые пойдут, друзья. Вот это будет интересно. На последнем круге у нас появится раз, два круговых. И вот как бы не было проблем с них, как бы они лидеров в лепешку не придавили. Сейчас посмотрим. Ну, продолжаем следить за вторым местом. Вот сейчас пойдут круговые. Посмотрите, после этого поворота сейчас пойдут у парней круговые. Ну, вот отрыв, да, действительно, там секунда, полсекунды максимум. Первый круговой пропустил. Сейчас будут обгонять на круг еще одного парня. Смотрим внимательно. Да что ж такое, вау. Я вот после этой трассы выйду с сервера, Артем, да, я сразу тебе говорю, я хочу проверить все бинт на кнопку смены камеры. У меня он почему-то не работает на джойстике. Ну и второй вот круговой, сейчас будет обгон кругового. Давайте посмотрим. Мягко, да, мягко прошел пока что, без потерь, пропустил тоже круговой немного, без проблем. И по-прежнему, вот немного оторвался наш лидер, мы, опять же, напоминаю, вот те, кто смотрит трансляцию, мы сейчас следим за парнем, который едет вторым, хочется посмотреть за обгодом, потер себе немного, потопил резину немного, но как бы все нормально. Не врезается, очень мягко проезжает, лишний ни раз не рискует, а это самое главное. Вот, я думаю, те люди, которые ездят на машине, они понимают, что лучше тише едешь, дальше будешь. Хотя в данном случае нам нужно просто рвать и метать, и как можно быстрее ехать. Да, да, увеличился отрыв. Ну, не намного, скажу вам честно, но чуть-чуть увеличился между первым и вторым местом. Но вот кто будет третьим, четвертым, мы сейчас разберемся. Очень быстрые эти парни, очень быстрые. Но это вот у нас пятый круг идет у... Уже буквально сейчас будет финиш у первого и второго места. Но остальные участники нам нужно будет доехать, потому что кого-то объехали уже на круг. И вот смотрим внимательно. Ну, наверное, на лидера все-таки переключусь. Сейчас будет... сейчас будет... Ой, не туда. Да уже вот финиш, да, уж, наверное, не буду вот лишний раз вас всех мучить. Сейчас будет финиш, второе место будет финишировать. Все. Два участника уже финишировали. Будем следить за остальными. Ага, у нас в тиме, по-моему, снова третий, да? И обогнал он своего оппонента. Так, я, наверное, надо глянуть. Смотрите, я уже не могу ни на кого переключать, а это очень важно. У меня уже результаты заезда, как всегда, горят.
Все? Или что это было? Или сервер вышел? ДС. Все? Первые четыре известны? Так, попрошу Деза, подойди ко мне, чтобы он мне посоветовал. Вот. А, вот я сейчас узнаю результаты. Результаты. Ага, это заново уже рестарт сервера. Итак, ага, темная сцена. Там, по-моему, не все доехали. Что? Все доехали? Ну что? Ты первый? Как оно? Класс. Спокойно ехал, не газовал? Какая была стратегия твоя была? Просто ехать спокойно. В первую очередь надо соблюдать траекторию просто. Сейчас, подожди. Я самое главное сделаю. У меня не всегда есть операторы. Вместе со мной покажу тебя на камере. Вот был момент, когда тебя мог парень догнать второй. То есть ты так не спешил, когда после первого круга оторвался? Был момент где-то на кругу третьем, я чуть расслабился, я потерял бдительность, и было у поворота 2-3, который я пришел очень неправильно, а потом как-то так собрался и оторвался дальше. Не, ну все классно, красавчик проехал, ну что, больше не будет заездов у вас? Вы сейчас встаете, да? Ты первый? Да, ребята, вы встаете второе место. Все-таки все сохранилось, да? Ты второй. Ну, давай подойдешь ко мне вот на сцену уже, в принципе, можешь вставать. Ты прошел дальше. Ага, вот они мы. На фоне кресла. Давай пропустим парня, чтобы он выбежал, подожди. И третье место тоже останьтесь, ребят. Третий, четвертый тоже лучше останьтесь. Твоя стратегия. И почему не получилось догнать все-таки первого человека? Ну, не получилось. Предпринял попытку обогнать его сначала немножко неудачно. Потом решил, лучше я не буду рисковать, вторым нормально приеду. Вот, в целом, соблюдать правильно траекторию, как видите, время квалификации примерно. Как ехали, так и ехали. Как ты думаешь, вот если будет еще моя попытка, ты сможешь обогнать этого парня? Ну, я буду стараться, но в целом второе место, я считаю, это тоже неплохо. Отлично, отлично. Кстати, спасибо. Спасибо тебе за гонку. Мы за тобой следили все это время. Саша, ты силач. Давай объявим ники вот первых четверых человек. На это потребуется буквально пару минут. Хорошо. Ставь камеру. Покажи зал. Вообще, трасса вот у нас сейчас. Это сервер, да. На сервере нет никого. Ну что, первые четыре полуфиналиста известны. Следующие 8 человек я сейчас объявлю. Быстренько подойду к Сашиному ноутбуку.